Всем привет! Сегодня поговорим о том, что делать, если у вас задребезжали струны. Первым делом мы отрегулируем прогиб грифа с помощью анкерного ключа, поэтому ключ всегда носите с собой в чехле. Анкерный ключ всегда идет вместе с гитарой, поэтому при покупке проверяйте. Если регулировка грифа не помогла, то мы смотрим на верхний порожек. Слоты у верхнего порожка должны быть не ниже первого лада. Если они ниже, то нужно поменять порожек. Колхозить суперклеем и содой не нужно, это временный способ. Если вы не хотите тратиться на костяной или латунный порожек, то лучше купите пластиковый. Просто вам чаще будет его нужно менять. Еще один вариант дребезга струн может быть неправильно выбранный калибр струн. Чем тоньше струны, тем больше амплитуда колебания струны. Не надо тогда их ставить слишком низко. Если эти советы вам не помогли, тогда обратитесь к мастеру. Если вы сделали все успешно, пишите в комментариях.